Ежегодно в мире 19 ноября отмечается День женского предпринимательства. Впервые его провели в Нью-Йорке в 2014 году при поддержке ООН. Главная идея праздника заключается в поддержке и развитии прав, возможностей женщин-предпринимательств во всем мире, включая Кыргызстан. Чолпон Шабдраева из Нарынской области не только активно участвует в женском форуме «Курак», но и обучает женщин со всех регионов страны азам предпринимательства. Раньше мы участвовали в подобных мероприятиях, но посетив женский форум «Курак», мы расширили свои знания. Теперь мы обучаем женщин-предпринимательниц со всех регионов страны цифровой грамотности и составлению бизнес-планов. Мы уже смогли заинтересовать инвесторов. Для меня большая честь участвовать в сегодняшнем мероприятии, ведь многие наши успехи связаны с женским форумом «Курак». Развитие женского предпринимательства является одним из наиболее эффективных способов преодоления бедности и продвижения социально-экономического развития страны. Так, в прошлом году Кабмин принял государственную программу по поддержке женского предпринимательства. Отметим, что с прошлого года доля женщин на рынке труда снизилась и по-прежнему остается низкой по сравнению с мужчинами. На сегодняшний день Министерством финансов запущена проект-программа по льготному финансированию женщин-предпринимателей в рамках выделенных средств Азиатским банком развития. Это 500 тысяч долларов. В рамках данной программы планируется под 8% выдавать кредит до 300 тысяч, именно акцентировать на именно в регионах. Женский форум «Курак», присоединившись к глобальной инициативе в 2015 году, ежегодно собирает представительниц бизнес-сектора страны со всего Кыргызстана для того, чтобы продемонстрировать важность женского предпринимательства для развития общества. Как отмечает председатель правления форума Айнура Сагынбаева, на сегодняшний день в Кыргызстане есть все необходимое для реализации намеченного. Мы делаем очень много вещей, инструментов, площадок для того, чтобы действительно реализовать программу. Поэтому я предлагаю всем отпраздновать этот день и понимать, что можно усилять только сильно. Если мы будем вместе, и если мы будем каждый день пошагово что-то делать, программа обязательно реализуется. В настоящее время женское предпринимательство в Кыргызстане включает в себя самые различные виды экономической деятельности, начиная от торговли, сферы услуг, текстильной промышленности и заканчивая IT и нанотехнологиями. Альбина Айбекова, Саадат Нармамбетова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.